производстве следственной части Следственного управления УМВД России по Оренбургской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного пункта Б части 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования установлено, что в 2016 году на территории города Новотроицка местным жителям осуществлялось приобретение и хранение немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта общей стоимостью около 2,5 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере. В гаражных боксах, принадлежащих фигуранту, сотрудниками полиции обнаружена и изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция различных наименований в количестве более 12 тысяч бутылок, образцы которой направлены на производство судебных экспертиз. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные меры.